Сотрудники полиции на месте обнаружили повреждения памятников и крестов. В ходе осмотра были изъяты отпечатки пальцев, слепки обуви. При отработке полученной оперативной информации была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Ростовской области. В ходе проверки его показаний было установлено также, что он находился во время совершения данного преступления в состоянии наркотического опьянения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения данному гражданину.